паблик Стар Семейкина ВКонтакте. Вот, да, паблик Стар Семейкина ВКонтакте. Не вас лично, а пляж. Женщина, я сейчас не вас снимаю, я реку снимаю. Хорошо. Вода просто чудесная. А то на Волге что-то было прохладно, но здесь на каменном пляжу хорошо. Ну, в смысле, температура сока очень хороша для купания. Температура воды, понятно. Ну вот для паблика что? Для паблика ВКонтакте в Стар Семейкина. Набирай Стар Семейкина там ВКонтакте и ищи видос. Ваши? Ну не только мой, там еще несколько авторов. Снимайте сейчас, да? Да. А что, не надо? Я могу камеру брать. Это не Google Pro, это китайский аналог. GoPro? Угу. И сколько тебе стоит? 5000. 5000 всего? Не, многовато. Нет, одна дешевка. Давай за 20. Сейчас за 20. Нет. Вода просто замечательно. Что называется? Что именно? Так и называется ВКонтакте. Стар Семейкина вбивайте и все. Стар Семейкина вбивайте и все. Собачка. И смотри, казалось бы, что пляж тут ответственный, тут
скалу, но вода хорошая, теплая. Хоть и мутная. Вот мой рюкзачок. Пара, парень с девушкой тоже куда пришли. На камне сидеть хорошо, не то что уж приятно, но лучше, чем на песке. А я трусы опять на нитку надел, наверное. Я думаю, 10 минут для видео, самое раз. Хотя... Проплывай, говорю. Сейчас мы зайдем в фирменном стиле. Сейчас только две женщины пропустим. Фирменный стиль, вы уже догадаетесь какой. Со всего разбега. Плывем. Самая теплая вода сейчас здесь. Старсемейкина. Очень теплая, очень приятно. Мне оттуда дрызг. Мерз на Волге. Плывем. Плывем. Ну-ка. Поторчаем. Не знаю, это все только дома можно увидеть на компьютере. Это же просто снимает и все. Может, сейчас ракушку поймаю. Не, не поймал. Сейчас
Не надо. Водоросли сливать. Или, так сказать, типа как в Астрахани. Вот какой есть ил. Ил-то, блин, засасывает. Но я таки могу встать. О. Самолет. Этот не увидишь. Приближение нужно больше. Выходим из воды. На этом все. Спасибо за внимание. Хотя, может, еще продлить съемок. Вот они камни, в честь которых пляж был назван. Больше никто не плывет. Прикольно, конечно, оттуда заплыть, но сил нет на это и времени до того берега. Надеюсь, вам понравился репортаж с Кабинного пляжа. Все, пока. Но я ничего не прощаюсь.